Доброго дорога, дорогі друзі, з вами Косіда я. Ми продовжуємо грати на сервері Смотранто. Ой, говорилося. Здорово, это GTA 5 RP, как всегда, это главный наш герой Тони Ресайт, это Дмитрий Ресайт, вот. Продолжаем играть на сервере Downtown, и сегодня, как вы поняли по названию ролика, этот день я уже ждал 5 дней, мы покупаем себе новую тачку. Димон задонатил, конечно, купил вот себе такую бричку, вот на таких вот номерах, он мне уже ключи отцепил, сейчас посмотрим, кто кого дернет. У него она полностью стоковая, только на тонировке, и черная. Вот, какой-то пич переехал на Фиате. Че ты меня пытаешься убить? Я, короче, уже выбрал. Арак, бля, вот этого я взял вообще. 65-й кузов, бэха, семерка, черного цвета. Так, аккуратненько стелю по райончику, все нормально, как бы. Я думал, или Буфало, или котлету, как я говорил, гантлет, или оракул. Но все-таки я выбрал это семерку BMW, это оракул. Она валит. Скорость тут, блядь, ехал. Скорость у нее мощная. Короче, покупаем за наличку. Зачем я снимал деньги, если я мог купить с карты, я не понимаю. Наличка. Поздравляем с покупкой автомобиля. Спасибо. Я бы украл, если сейчас запись не врубил. Кто, блядь, за... можно отъехать, пожалуй? Блядь, почему никто не покупал тачки, как я только купил сразу 3 автомобиля? Уберите, пожалуйста, свой пикадор. Нищий. Блядь, называется, только купил тачку, уже ошатал. Так, а ну, там можно... Можно сипаться, да? Спасибо. Я съебался в Грецию. А, открыть надо, ага. Я купил, и мне еще от меня ее закрыли, спасибо. Слушай, ключи мне, давай. Ага. Еще один говно купил. Давай задолбали, Димон, чувствуй за. Короче. Давай, знаешь, Димон, что я сделаю? Пацаны, это лайфхак специально для вас. Вот тачка грязная, да, или подертая, или убитая. Заходим в автосалон, выходим с автосалона, и она для вас чистая. Для других она, конечно, побитая, но для вас-то главное чистая. Лайфхак. Что там в телефоне пишется, там где авто, мне просто интересно. Оракул. Найти, эвакуировать назад. Ничего себе. Димон, ты... У меня бизнес-класс, ты чё? Ты... Давай, вот тут как раз хорошо, дал ушел. Чё ты по трамвайных... Вот тут давай. Давай вот здесь. Давай на зеленый. Вот тут как раз очень длинная прямая. Ну, тачка, посмотрите, пацаны. В тюнинг? Да. Ну давай. На красный? Красный? Для тебя на зеленый. Дал, ушел. Дал, насрал. И ты поворот поебал? Нет. Сука! Чё? Я не туда заехал. Короче, у меня 14 тысяч осталось, пацаны, сейчас мы сюда твинтумбра сделаем. Твинтумбра? Твинтуборг. Туборг сюда зальем. Почему черная? Ну, блин, баха должна быть черная, это же, тем более, представительский класс здесь. Это... А? Это же Беннис. О, как мне только что повезло. Пацаны видели, ставьте лайк, если... Ладно, я приехал, Димон. Так, пацаны, вот сюда заезжаем. LS Customs, цвет. Цвет можно любой, да? А если не хочу цвет? 15 тысяч! За что? За цвет. Они хохром выбирают. Двигатель 7, второй 12, третий 14. Четвертый 22. Подвеска. Подвеска почем стоит полуспортивная? 6 тысяч. Турбо. Турбо тюнинг. 21 тысяча. Колеса. Колеса. 2 тысячи. Я бы сюда колеса, если честно, влепил бы. Они нужны, да? А как вы их? А, просто выйти, да? Я не красил. Почему она у меня покрасилась?
Димон. Баги. У меня была она черная, почему она стала мне белая? Потому что. Все, двигатель. Так, она все равно перезаходит, пацаны. Сделать новый ключ. Это тебе типа? Да. Наличка, ладно, купим Димону ключ. Клаксон, неон, цвет фар. Зачем это? Тонировка, во. Лимузин, можно? Сколько она стоит? 200. Ну, пацаны, а чё? Ну, это тоже 200? А все по 200? Ладно, лимузин. Катаемся, пацаны. Конечно, пацаны... Да, люма. Конечно, пацаны красивые. Пацаны не тонируются. Но я тонируюсь. И я красивый, да. Так, вот эти диски... Вот эти 200... Я не знаю, на этой точке очень страшно, хотел сказать, тяжко, сложно подобрать диски. Хотя вот эти с полочкой прикольные. Но это не на это, вот на E36 они бы подошли. Вот эти 13-е прикольные. Во, вот эти прикольные. Или сток, что думаешь? Я думаю, на 18-х надо, или на 19-х. Потому что 15-е это не очень. 19-е, блин, же... Чё? Лучше бы ты дом купил. Ну дом за мои деньги не купишь. Ладно, я покупаю 19-е, пацаны. Это уже 4200 плюс... Чё за мудак во мне въехал, а? Сука, он въехал в меня, оставил тачку и побежал устраиваться механиком. Остановитесь! В следующей серии, наверное, поедем порыбачим. Приедь за мной. Давай, как я тебе скажу. Бери мопед или пешком пиздуй. Короче, ты лагаешь, дебил. Сам лагаешь. Я нет. А вот ты да. Я тоже нет. Так, посмотреть. А теперь выходим. Слышь, я тебе как раз схему залью, нафиг. Так, пацаны, мы вышли. Вот, просто смотрим на данную тачку, на дисочек. Конечно, если бы радиус немножечко увеличить, это было бы получше. Ну и так, BBS и черненькие, серединка, составные. Так-то четко смотрится на тонировке. Просто катим по району. Если она прям такая топовая, это не пикадор, можно ее не продавать, можно не очень долго катать. Если честно, я следующую тачку хочу, это уже R8, скорее всего. И, конечно, не Булкин. R8. Да, хуй ты. Пососай. А где ты? Еба. Блин, я врезался. Я в Бенсе, я сейчас зайду в автосалон, так что чинится, и я обратно иду в Бенсе. Блять, я только оттуда ехал. Ну все равно едь, если не починится, то... Я вижу, она уже починилась. Ну это ты, да. Пацаны, этот бернаут для вас. Если я сейчас сделаю бернаут, у меня минус колеса. Кстати, чё? Гингу. А я сначала прочитал Гонгонг. 990. У меня, кстати, так открываю. Просто так хлам тонированная. Можно? L. Машина открыта. Все, открываю. А кстати, а что открываем? Давайте что? Мой мудак куда-то пошел. Открыть багажник. А что, капот нельзя открыть? Ну, меня ты пихнул в тачку. В смысле? Нет. Ну, пацан на Жигулях ехал. А, я знаю, это, да. Короче, пацаны, а чё здесь такой непротекстуренный этот багажник? Алло, подлить ко мне. Я к тебе возле тебя. Открыть, закрыть. Залезть в багажник? Я залез в багажник. Воу. А через G заходишь? Можно теперь по РП пацану багажник закрывать, лол. Закрывать, он такой. У меня 9000 осталось, зашибись. Чтобы получить ключ, пацаны, от моего тазика, надо вот подойти к багажнику. Открыть. Нажми на G. На G нажми. Нажми на G. Там. И залезь в багажник. Есть? Ага. Наводишь на него? Когда он открыт, наводишь на него? Есть. А вещи? Вот, пацаны.
Все, закрываем его там. Хуй. Ну, короче, какой-то бред. Иди сюда, эти тачки. Посмотри у меня, какие номера. Гингу. 990. А чё админ только что там ТП пахнулся? Ничего. Какой? Тачка от него ТП пахнула. Иди сюда, я тебе, блин, передам ключи. Давай. Ты еще будешь меня бить, я ничего не дам. А ну давай. Давай КНБ. 75. Иди в сраку. Гингу вроде вот эти. Все, Димон. Давай. Где? А ну да, давай это, я на твоей. Блин. Ты ее не закрывал? Поехали, драк. Поехали в аэропорт. Слышишь? Ты че можешь? Пацаны, это в контент. Это мой чё, он молчит. Это эху. Поехали в аэропорт. За мной поехали, тут недалеко. Раз. Два. Ланч. Я три еще не сказал, три. Не, давай двоя. А то ты так говоришь. Давай. Надулся. Раз, да. Два, три. Пацаны, сейчас вы видите разницу в 10% ускорения, в 15 скорости и в 20 тысяч долларов цены. Я уже 145 еду. 130. 153 на выходе. Секундомер врубаем, не 4% на айфоне. Раз, два, три. Погнали. 0-100, пацаны, сейчас замеряем. У меня это, город с 3000 оборотов. 7 секунд, пацаны, до сотки. А теперь проверяем максималку. 127, 130, 133. Если что, сразу едем налево. 150. 153. Ну да, давай, набирай. 153, 154, 155, 156. А чё он так медленно? Как мне... 156 у меня было максимум. R6 FT 2 миллиона. Представь, как она валит. 160. 1. 2. 162. А как посмотреть документы на автомобиль? А, через G. А, G, точно. Надо выйти, да? Это уже не документы на автомобиле, это уже документы на металлолом. Tony Resight, автомобиль Oracle, цвет 0000, владельцев 1, номер G990NGU, 6 километров 28 метров. А чё, у тебя сколько? Ну, пацаны, 6 километров для этого автомобиля, это только 3 баса так может. У меня она уже не заводится. Не запускается. Короче, пацаны, лайкос, комментос, с вами был Эллен, Талибас, говна, дас, бас, хас. Лайкос, подписос, паша, подписос. Заправка. Блин, я чуть заправку не взорвал. Она не функционирует, походу, или чё. Короче, или эта тачка у меня же не функционирует. Ладно. Все, всем спасибо. Короче, за просмотр. Куда едем? Премиум? Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.